Сейчас будет небольшой гайд по тому, как продавать вещи. Итак, я в игре. Смотрим, как продавать вещи. Так, надо посмотреть инвентарь сначала, что у меня там. Заполнен. Что за звездочка? Не знаю. Ладно, так. Вот с ним торговать. Продать. Вот сюда вот продать нажимаете. Видите, купить. А есть продать. И все. И продаете. Продать. Продать. Все продаем. Так, это нам не надо, это там тоже не надо. Но у него, по-моему, только броню можно продать. Так, идем к другому. Торговать. Что у нее можно продать? Оружие. Вот это вот продаем. Прежде чем продать, смотрим, что у меня за пушка стоит вообще. Прикол. Торговать. Вот. 21, 23, 31. Это продать. Сто сорок девять. Продать. Но эта пушка третьего ранга, это тоже третий, это продать можно. Пистолет пока оставлю. Это тоже продам. Пистолет нафиг. Продам. Базуку оставлю пока. Так. Так, у него я ничего не, наверное, не смогу продать. У него только контракт. Идем к другому. Так, здесь я продал. Так, к нему еще зайдем. Награда. Чего? Какие задания? Торговать задания. Продать. Предмет продать здесь нельзя, да? Сейчас в другом месте попробуем продать его вот здесь.
Здесь задание у него. Скорее всего, здесь можно его будет кубик этот продать, торговать. А нет. Ну все, вот так вот, чуваки, продавать вещи можно будет. А я еще одно задание сейчас попробую пройти. Так, призрачный сигнал. Зайди в слейд за наградой. Слейд за наградой. К слейду, да? Педро. Слейд. Получить награду. О, ПВП дуэль у меня открылась. Круто. Военные игры, новое задание. Ты можешь выбрать предметы по улучшению. Потом, сейчас не буду улучшать пока. Давай торговать, что есть. Продать. Все, в принципе, что я освободился. Вступить в дуэль. Получить награду. Гонка вооружения завершенная. Выполнена. Так. Давай сделаем налет. Запуск. Сейчас битва, наверное, будет у нас. Сейчас, походу, битва будет. Налет, как там твои навыки, взлом, боец. Когда-то Новая Каллиста была крупнейшим торговым хабом. Понятно. Сломай сейф и освободи золото. Сейчас будем взламывать сейф и освобождать золото. Погнали. Alright, let's roll. Да, я тебя понял. Оба. У меня пушка есть вон, установочная. Так. Чувствую, сейчас битва будет жесткая. Work, вот он. Ух ты. Ракетница, он любитель запускать. Ракетница, нате. Ах ты. Попал. Мне сюда прямо. Так. Не достаю. Так. Умри, зараза. Умри.
кричали ему. О, здесь его сколько. О, зелененькое что-то. Сракетится, чувак. Так, так, так. Смотрим, что у нас дальше. Показывает туда идти. Ну, пойдем. Два чувака справа. Да. Охереть, он какой крутой, ёлы-палы. Нормально. Если он прям рядом. Взорвался нахер. Что за хрень? Наверное, 2Т2, блин, стрелять надо. А, в защите был, в броне. Есть, убил его. Не люблю их, блин, они с броней бегают, щитом, блин, потом хер убьешь их. Так. Вон там ящик какой-то есть, я могу, наверное, ящик взять. Нет, показалось, ладно. Идем, идем дальше. Так. Прям боюсь туда заходить. Че? Ага, вон ту дверь открыл. Эх, нихера их тут, блин. Давайте по одному, выходите. Кончились, походу. Так, так, так. Так, мне вот сюда надо идти. О, вижу, вижу. Опять эта летучка, бля, прилетела, собака. Ух ты! Ну не изи уж точно. Идем дальше. Череп, какая-то рука. Что это такое ездит? Гарри. Робот-пылесос, бля. Это робот реально пылесос был. Так, смотрим, чем здесь можно поживиться. Нам вон туда. Чувак, я тебе сейчас помогу. Давай, давай. Донести офицера к сканеру, да? Пойдем. Их ты, нихера себе. Троих завалил, не перезаряжаясь. Так, идем дальше.
Ага, вот сюда вот его. Открыть хранилище теперь можно. Сейчас что-то будет. Сезам открылся. Ож, пылесос опять есть. Так. Ай-яй. О. Так я его мог убить, да? Так, ну здесь нет смысла. А, вот это. Скорее всего... Стоп, а вот здесь вот что такое? Погнали. Так, что это за хрень? Секретное помещение какое-то. Ага, ящик. Ну, я что-то взял. Золото. Ну, все, там больше нет ничего. Нет. Ух ты. Ну все. Погнали дальше. Все, забираем золото, все. Так, дальше что? Дальше. Оставить послание на стене. Ха-ха-ха. Прикольно. Бежали. Что-то я получил еще какое-то звание. Слава. Ну все, прошел еще. Так. О, да. Награды все получаем. Медали, жетоны. Я, кстати, серебряный этот не забрал. Сундук. Все. Потом улучшение буду делать. Надо пушку нормально купить будет.
Ну все, ладно, всем спасибо. Потом буду еще продолжение делать. Теперь мы знаем, как продавать вещи зато.